Накал страстей, упорная борьба и море положительных эмоций. Все это финальные игры турнира подворовому хоккею среди детских команд на Кубок главы Новоуральского городского округа. Среди участников были не только мальчишки, но и смелые девчонки, которые ничуть не уступали соперникам. Встать на лед и забить свой первый гол. Такая возможность появилась у ребят, которые вошли в состав детских дворовых команд по хоккею с шайбой «Наша игра». Юные спортсмены, полные энтузиазма и желания победить, приняли участие в Кубке главы Новоуральского городского округа. Для них это событие стало особенным. Финал игр прошел в концертно-спортивном комплексе. Это возможность первый раз встать на лед. Это возможность заниматься спортом. Это возможность в доступности от дома, прямой доступности от дома, выйти на первую хоккейную площадку, хоккейную коробку. Я убежден, что те звездочки, которые зарождаются вот на этих кортах, они будут блистать и прославлять нашу страну. Для мальчишек это выразить свое отношение вообще к спорту, к физкультуре. Да? И каждый, любой мальчишка, да, он бы хотел с клюшкой побегать, покататься. Месяц целый они ходили на айсберг, занимались, играли там. И финал. А вы играете в хоккей? Играл. У нас была золотая шайба. И мы занимались, тоже играл. Настоящий хоккейный бум охватил город. Побороться за право выйти в финал Кубка заявилось 10 команд. В первенстве и кубке приняли участие 120 человек. С декабря 2023 года по февраль 2024 было проведено 30 тренировок, 20 отборочных игр, 16 финальных. На льду среди мальчишек можно было увидеть и девчонок, которые с радостью вышли на лед. У меня брат тоже занимается хоккеем. Я посмотрела на него и тоже захотела. Я играю в хоккей уже давно. Для себя, с друзьями катаюсь. Мы сами тренируемся, бываем катаемся вместе. Болельщики, пришедшие поддержать свои команды, окунулись в атмосферу праздника и азарта. Каждая игра была непредсказуема, и болельщикам было трудно оставаться равнодушными, когда их близкие и друзья сражаются на льду за победу в финале. Победа, я могу, Локомотив, за Трактор, кто у вас там играет? Сын, младший, Красный Глеб. Переживаете? Очень. Шайбу! Я дома готовился, бросал шайбами. Днем и вечером к этому матчу. Дворовые корты, где прошли основные игры, становятся местом, где рождается любовь к спорту и формируются лидерские качества, необходимые для достижения успеха как на льду, так и в жизни. Турнир «Наша игра» не только способствует популяризации хоккея среди детей и молодежи, но и развивает силу духа и умение работать в команде. Кубок главы будет размещен в зале ледовых видов спорта на базе КСК.